зовсім інше пропонує. You recall that I had mentioned the fact that during that first year I had made some proposals to management of Motorola that affected the longevity and the quality of the people who worked for Motorola. And it was because of that that they started to say, maybe we ought to have him in management. Просто за этот первый год, пока я работала инженером, я все время там выдвигала идеи, как улучшить менеджмент, как продлить срок работы, чтобы не была текучка, да, кадров. То есть, ну, и поэтому они, ну, видели, вот, что я в менеджменте идеи выдвигаю. At the time the president convinced me that I could actually be more help to more people. И как бы в то время президент меня убедил, что больше пользы от меня в компании будет, вот, работая с людьми. So I said yes. И поэтому, конечно, я согласился, поменял свое управление. At the time I wondered, is that the right thing? Is that just right? I wondered at the time if that decision was. Конечно, тогда я сомневался, правильно ли это решение для меня, лучшее ли решение. But I later came to feel that it was. Но позже я, конечно, уже сейчас могу сказать, что это было правильным решением, было хорошо. Какие результаты теста? What was the results of the test? I don't tell many people. Да я так людям особо не рассказываю за это. Because I'm not looking for the fact that I am intelligent or. Потому что я не хочу, знаете, показаться, что хвастаюсь. Because the thing I want to impress. Умный очень. The thing I want to impress you with, and anybody that I talk to with, is that if you really try hard. То, чем хочу я вас впечатлить, это то, что вы, если вы действительно пытаетесь усиленно. You can do far more than you ever dreamed. То вы достигнете намного большего, чем вы можете даже мечтать. At that time more than 30,000 had taken that test. До того дня моего тестирования уже больше 30 тысяч инженеров были протестированы в компанию. And even though I didn't have a college degree. И, ну, это все были дипломированные инженеры, тестированные. У меня не было диплома. Я занял второе место из 30 тысяч. That doesn't mean that my intelligence is any better than anybody else. Это не означает, что я разумнее кого-то другого. It's when you apply yourself. Просто когда вы применяете свои силы. It will surprise even you. Это удивит даже вас, что вы можете достичь, что вообще вы можете сделать. You know what? I would almost venture, if I could know each of you specifically. What do you mean? I would say that if I could know each of you individually. Я бы сказал, вот если бы, допустим, я вас, каждого из вас знал лично. And I don't mean this to be a reflection on you. I don't mean this to be a negative. Я, ну, не хочу вот как бы плохое что-то сказать. More than likely. Но больше, чем вероятно. All of us in this room. Все, кто находится в этой комнате, are only using maybe 10% of your abilities. Используют, ну, может быть, только 10% своих способностей и возможностей. We talk about in the future quantum computers. Мы говорим о будущих квантовых компьютерах. You've already got one. У вас уже есть один. You just haven't tapped it all yet. Просто пользоваться нужно. God gave it to you. Господь уже дал вам это. And you will leave this world. И вы будете оставлять этот мир. In a better place. Будете оставлять лучший, хороший след после себя. You may never be written in the history books. Может быть, конечно, не будут писать о вас в исторических учебниках. You may never be famous. Может, никогда не станете знаменитым. But there is somebody who knows you. Но есть кто-то, кто знает о вас. So leave the world in a better place. Поэтому оставьте этот мир в лучшем состоянии, чем до вас он был. And thank you again for listening. Спасибо большое, что слушали. I hope it's helpful.
очень надеюсь, что вот все полезно. Какие книги вы использовали в своей менеджерской карьере? Например, Ицхак Атизис. Which books did you use in your management career? Авторы книг. Ицхак Атизис, школа менеджмента американская. I used a lot of Dale Carnegie's writings. Дейла Карнеги читал. Менеджмент. In management. I used a lot of Zig Ziglar's thinking. I used what I think is the most important book in the world. Использовал для меня самую важную книгу. The Word of God. Слово Божье. To try to direct me and guide me in dealing with people. Чтоб меня это направило в общении с людьми. That's why I said last, the golden rule is the real critical. Почему, ну, для меня, как я сказал, золотое правило самое важное? I just think that's so important. Я просто думаю, что это очень важно. Thank you. Thank you. Спасибо. We could stand here for hours, and I could tell you example after example, but you get bored. Конечно, я могу стать перед вами часами, пример за примером вам рассказывать. But maybe this hour this morning will have some way been helpful to you. Надеюсь просто, что этот час, который в вашей жизни, который вы потратили, используя для себя. Maybe just one little thing I said will spark an interest in you. Может быть, хотя бы что-то одно как-то затронет вас. Life throws a lot of discouraging things in your path. Жизнь всегда подкидывает такие преграды на пути. Don't let it discourage you. Просто не позволяйте, чтобы это заставило опустить вас в руки. Because the more negative you look at, the more you're going to see. Потому что чем больше вы будете фокусироваться на негативном, тем больше оно будет вас съедать, тем больше вы будете это видеть. Doesn't mean that you can always ignore the negative. Это не означает, что вам нужно игнорировать негативное. But look for the positives. Но искать, смотреть, фокусироваться на позитивном. And the more you see, the more you're going to see. Больше вы будете видеть позитивного в жизни, тем больше вы и увидите позитивного в жизни. И еще один вопрос. Какую особенность украинцев вы заметили, когда здесь пребывали? Чем мы отличаемся от других? What's the difference between Ukrainians and other cultures? Could you say cultures. Some features that you noticed mm-hmm. in Ukrainians for yourself? You? Well, one of the things you said that you and I, if we were to suddenly take you and place you in America, in the United States, ну вот, если бы, допустим, представим такую ситуацию, если бы вас сейчас переместить в Америку. Or I would take a group of people from my country and place them here. Или если бы я взял группу американцев и переместил сюда. In many ways, I wouldn't be able to tell who was Ukrainian and who was American. Я бы вот так по ощущениям и не мог бы сказать, кто американец, кто украинец. Or we speak a different language. Да, мы, конечно, говорим на разных языках. You look the same. Но выглядите вы так же. We dress about the same. Одеваемся так же. We have family goals that are very similar. Такие же у нас цели на жизнь для наших семей. So as far as people are concerned. Ну, как люди. You are the closest that I have ever felt of any nation in the world. Для меня лично, что могу выделить, вот украинцы, среди украинцев я себя чувствую как дома, и так я себя не чувствую в других культурах. Maybe because I've come here quite often. Может, конечно, что я уже сюда приезжаю давно. But I feel very much at home. Но я себя чувствую комфортно среди украинцев. I have a real fondness for the Ukrainian people. И я так действительно люблю украинцев. I have no grandparents or any genealogy that's Ukrainian. У меня никто из моей семьи не, ну, то есть нет украинцев на родине. So I, like I said, I feel kind of at home here. Ну, я себя чувствую как дома.
They have similar dreams. Такі ж мечти у людей. Their standards of living that are somewhat different. Конечно, разные условия жизни. But as far as people, you're just wonderful people. Но люди у вас замечательные. Thank you. And I can't say that for every place in the world. Я не могу это сказать про другие страны. Могу так сказать про каждую страну. Україну бажають інші успішні люди. Наприклад, в травні, в квітні буде Джимон, вже в Одесу. І це великий семінар, коштує великих грошей. Many successful people visit Ukraine. For example, in May we will have one of six. Джимон arrive here. And it's going to be a big seminar. It's usually expensive. They take expensive cost for that. Запитання. Я замічаю, що часто безкоштовні знання не ціняться. Безкоштовна інформація не ціняться. Чи дійсно, якої ви думки, як є ваш досвід цього? I have noticed that free knowledge is not so valued, is not so precious for people. What do you think about it? When people pay money, they appreciate it more. That's true. That's a human nature. Да, это правда. Это действительно наша человеческая природа. But I purposely do not charge. Но я целенаправленно не беру деньги. My goal in life has to do with, again, helping as many others as possible. Просто я как бы, ну, придерживаюсь своей цели в жизни. I wish I were a multimillionaire and I could build orphanages and hospitals. Тоже иногда думаю, ну, жаль, что я не мультимиллионер, что не могу построить там, строил бы интернаты какие-то, еще что-то. I live on a pension. Живу я на пенсию. And what I can spend, I have to spend on travel. І то, що я можу потратити на поїздки, трачу. And sometimes I'm given a little bit by the people that says, I want you to help an orphan or something like that. Я просто собираю такі, люди просто самі підходять ко мені і говорять, я знаю, що ти їздиш, там, помагаєш інтернатам, хочу допомогти такому-то місту целенаправленно. So my motivation has nothing to do that I think I'm smarter than anybody else. Ну, как бы мотивация моя. Я не вижу, что я умнее кого-то. But there are things like this that sometimes people haven't thought of. Но просто знать то, что я говорю, мы это как бы знаем, но об этом не думаем. And when they apply it. Но когда люди действительно применяют. It helps them to have a more successful life. Это помогает им иметь более успешную жизнь. And I can't stress enough this. И я не могу вот как бы передать словами, насколько важно это. I'm not a preacher. Я не проповедник, конечно. But that's the most important thing in your life. Ну вот это важный очень принцип в моей жизни. But thank you. Спасибо вам большое. Вот с высоты вашего возраста, какой самый важный период в вашей жизни? Самый яркий, ну, или самый важный в жизни? Now when you can look back to your life, what is the most important period of your life? Most important period? I can say without personal glory that I'm happy I lived, when I lived, where I lived. And that life has been good. And I lay that to following these principles. The question was, what is the most main period of your life? Quite Ну вот, Карл говорит, оглядываясь на свою жизнь, могу сказать, что она была очень хорошей, там, без всякой там какой-то хвастовства. Но какой самый важный период, это сейчас, который... I don't know what's ahead of me. Я ж не знаю, что будет еще потом. But I think it'll be good.
таке питання. Що насправді має робити компанія, щоб мудрі дійсно люди хотіли працювати там? Why did you choose specifically Materona? What were the criteria for choosing the company? And what company should do to be chosen by people, like to work there? Well, first of all, it fit the career that I was interested in. Ну, это как бы соответствовало моим представлениям о карьере, которую я себе хотела сделать. But there were several other companies that also fit that. Ну, также были другие большие компании, которые, в принципе, тоже подходили. At that time, RCA was doing the same thing. В принципе, та компания, вот, которая была, и на контракте с Motorola, тоже занимались. General Electric was doing the same thing. General Electric тоже самая большая компания. Remember, I said I went to work for a subcontractor to Motorola. Но просто я уже до этого работал в мелкой компании, которая имела контракт с Motorola. That made Motorola more. I knew more about it automatically. Просто уже автоматически как бы я больше знал об этой компании. And I saw what subcontractors were doing for General Electric and RCA. И я также видел, что делают вот. Вот эти службы технические для General Electric и для другой компании. And I saw how they dealt with the subcontractors. Я просто видел разницу, как вот эти большие компании обращаются с вот этими. So that zeroed me in on Motorola. И это как бы усилило мое желание, что я хочу работать в Motorola. А що робити? The second question. What the company should do to be chosen by people to help them? Not just the quality of its product. Ну, не просто должно бути хороше качество продукції. Це теж важливо. But how they treat people. Ну, дуже важливо, як вони відносяться до людей. К работникам. Very important. Це дуже важливо. Ще питання. На вашу думку, що повинна зробити мала компанія, щоб все-таки стати дійсно великою гігантом, можливо? І що крім рішення, які, можливо, ключові люди мають бути в цій компанії, щоб вона досягнула якихось там великих масштабів? What's your opinion? What the small company should do to become a big, good, successful company? And maybe what key positions, what specialists on what key positions should be to make a company big and successful out of small one? No company will succeed unless there is a need. Ни одна компания не преуспеет, если не будет нужды в ее продукции. Это первое. Every big company started as a small company. Каждая большая компания выросла из маленькой компании. In one fashion or another. Таким путем или другим. And by being able to look out into society. Когда мы смотрим на общество. And determine what the need is today. Когда мы определяем, какие нужды есть на сегодня в обществе. And try to imagine the potential need. И стараемся представить себе потенциал этой нужды как бы. I can't be of service to you. Я не могу быть для вас слугой, скажем. Unless you want that service. Если вам не нужны мои услуги, так? And so a company, even if it's small, и компания, даже если она маленькая, in order to grow, is going to have to find more and more who need those services. Чтобы ей расти, ей нужно находить больше и больше количество людей, которым нужны ее услуги. These ladies here, вот девушки здесь, например, are wearing cosmetics, most of them. Все из них в основном носят косметику с собой. Person could ask the question, is cosmetics really needed?
Можно задать вопрос, ну что, вот она действительно нужна, эта косметика? They won't keep you alive if you're starving. Косметика не накормит тебя, если будешь голодать. But you ask any lady if she needs cosmetics. Ну, если ты спросишь женщину, любую, нужна ли ей косметика, almost everyone would say yes, I do. Практически каждый скажет, да, мне это нужно. What has happened is a business, a small business, or several businesses, has been able to convince through society that that is needed. Что произошло? Одна маленькая компания или несколько маленьких компаний сумели убедить общество, что косметика очень необходима людям. So it's not just what is needed, it's what is perceived to be needed. Ну, как бы важно найти такие, да, моменты, не просто нужда, а еще действительно убедить, что есть такая нужда. One of the first cell phones. Один из первых мобильных телефонов. I provided to President Eisenhower. Я представил один из первых мобильных телефонов президенту Eisenhower. So he could go out on the golf course and still be in touch with whatever's needed. Golf. Что он мог ездить на гольф и все время и быть на связи. Now it is a market that all of us say we need one. А сейчас это такой рынок, и каждый человек говорит, что мне это очень нужно. So the secret to growth of any business. И секрет роста любого бизнеса. Is to grow the need or the perceived need. Это вырастить как бы нужду. Mind's ringing now. Нужно поднять такую убежденность людей, что им это нужно, что есть такая нужда. And it's not water only.